В прошлом году движению КАХ запретили участвовать в выборах из-за расизма. Ицхак Шамир знает, что мы не расисты. И расисты уж точно интересуют Ицхака Шамира меньше всего. Нас запретили по той причине, что по данным опросов мы набрали 8-11 мест. В большинстве своем от электората Ликуда. Вот почему эта мафия нас запретила. Мне больно видеть, как все либеральное еврейство, которое постоянно твердит о демократии и свободе выражения для всех, как оно молчало, как молчание поразило все американское либеральное еврейство. Если бы Верховный суд запретил арабскую пропалестинскую партию, заседающую в Кнессете, вы знаете, какой поднялся бы крик? Вы знаете, как разошелся бы Вуди Аллен? Ричард Дрейфус сказал бы, что это еще один суд над Дрейфусом. Вы знаете, сколько бы организовал протестов и демонстраций, сколько статей написал бы ваш местный еврейский антисемит Иегуда Лев? Но в нашем случае не было ни одного протеста, потому что либералы — величайший из всех обманщиков. Они либералы только до тех пор, пока не начинается охота на их собственного тельца. Они нас запретили и отняли у 200 тысяч евреев право голосовать за свою собственную партию. И вы знаете, что они сделали? Они создали прецедент, согласно которому, если Кнессет чувствует, что какая-то партия не очень хорошая, не моральная, она не права или опасна, то ее можно запретить. И теперь кто угодно, имеющий власть, может запретить любую партию, которая ему не нравится, или которая представляет для него угрозу. Вот что они сделали. К нам приходили люди, говоря, вот и все кончено. Что теперь будет? Все кончено. Все кончено?